Ну что, друзья, вот Тюмень. Вот Мазай написано. Время вечер. Доехали потихонечку. Не спеша вообще прям. На педальку вообще не жал. Вообще не жал. 14,7 расход показывает. Когда на педальку еле-еле жмешь, он еле-еле хавает. Вот такая красота, ребята. Отвлекли, ребятишки. Сейчас так не спеша немножечко вам красоту эту сниму. А то мне перезвонить надо. Вот. Вот так вот. Так, мне бы только не заплутаться здесь. Так, сзади меня там кто-то есть. Какой-то пацанчик вроде едет. Ему, наверное, направо надо было. А мы направо не ездим. Мы только налево. Дождик какой-то пошел, что ли? Вот типа что-то такого, блин. Не пойму, блин. Так, Омск, 611, Тюмень. Шумахеров здесь много вообще. Или, может, я медленно так еду. Так, нам до конца. Ёху, бля, ё-моё, вот это да, бля. Ух ты, бля. О, бля. Сорян, блин. Не могу удержаться без слов. Он газель. Блин, звонков вообще куча, куча просто. Но мы-то не спеша едем. Через 1 километр 500 метров держитесь левее. Ну, видишь, даже навигатор говорит, держитесь левее. То есть не правее, а всегда левее. Юг. Бля, цвет красивый такой, бля. Кристалл. Чё, все, Лексуса завозить не будут, наверное, больше. Шинные заводы уже тоже встают некоторые. У нас уже в Ульяновске встал, объявили уже. Не знаю, какие-то вроде бы еще будут работать. Но пока непонятно какие. Через 500 метров держитесь левее на мост. На мост. Я Лутеровск прямо. Держитесь левее на мост. Прямо 7 километров. Ну вот 7 километров до виадука, наверное. Где я буду подниматься по объездной. Сколько энергии, да, уходит. Все вот эти подсветочки, да.
Красота-то вот эта. Интересно, дорого обходится, нет? Да, этот райончик вообще шикарный, блин. Сургут напоминает нам. Но мы сегодня до Сургута-то не доедем, я думаю. Хотя чем черт не шутит. Улица Монтажников. Да. Уж. Прям вот видел, что сейчас в яму заеду, блин. Но засомневался, что это яма. Вроде бы темно, кажется, и думал, наверное, не яма. Потом думал, блин, наверное, яма. И точно, блин. Блин, ветер какой сильный, нифига себе. Это да. Вот так вот, друзья. Все. Красивый город, конечно. Ладненько, что, дальше двигаюсь. Всем удачки.